Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Сегодня поговорим о том, как наше прошлое влияет на настоящее. Потому что каждый из нас – это человек, который периодически смотрит и в прошлое, и в будущее, и хочет увидеть что-то в будущем такое, что хотелось бы, чтобы было приятным, хорошим, положительным. И в прошлом мы хотим видеть такое. Однако, бывает, приходят такие вещи, которые нам не очень нравятся. У каждого в прошлом были какие-то травматические эпизоды. То есть что-то такое, что было тяжело пережить. То есть это может быть боль утраты или какая-то физическое насилие. Или может быть что-то еще, что, о чем не хочется вспоминать, хочется похоронить, утаивать или не рассказывать никому. Но ведь вы сами знаете об этом, что себя не обманешь. Хоть и попытки такие есть, как так хочется казаться лучше, каким-то веселым, радостным, но все равно это приходит, оно возвращается. То есть приходит вот это чувство, что там что-то не так. То есть внимание отвлекается, и чувствуешь, что хочется как-то вернуться туда и исправить это, изменить, и сделать так, чтобы этого не было. Ну, я имею в виду не то, чтобы даже случая не было, чтобы не было вот этого негативного заряда, воспоминаний негативных об этом. И как раз это очень важный момент, потому что мы, когда возвращаемся в прошлое, мы можем его изменить. То есть то утверждение, когда говорят, что прошлое не изменишь, это неверно. Мы можем изменить ту боль, тот негатив, который там записался, и убрать его. То есть как раз этим мы и занимаемся во время процессинга. Я отправляю человека в путешествие в прошлое, и он переживает снова то, что было с ним. То есть он может вспомнить свое раннее детство, то есть то, как он общался со своими родителями, что они говорили ему, какие-то инциденты, да, когда, возможно, что-то шло не так, когда он чувствовал себя, ну, скажем так, не очень хорошо, когда были какие-то ссоры или, может быть, даже какое-то физическое насилие. То есть так можно исследовать то, что произошло в утробе матери, и проанализировать прошлые жизни. Получается, что мы не просто узнаем это, а в действительности проходим через это снова, и человек перепроживает это, то есть у него происходит такое переосознание, как это с ним произошло, и постепенно его эмоциональное состояние улучшается. То есть почему? Потому что за счет перепроживания человек все больше и больше контактирует с этим эпизодом, и у него происходит больше принятия, но естественным способом. Не так, знаете, как говорят, сейчас прими это, а человек не может принять, потому что там много боли. Вот, мы понемногу достаем эту боль, вот эти негативные эмоции, и тогда принятие наступает, ну, само. То есть у человека наступает принятие, потому что он убрал боль. Вот когда мы убрали боль из своей жизни, вот тогда человек может жить осознанно и счастливо. И поэтому я и создал проект Академии Счастья, чтобы каждый человек мог осознанно и счастливо жить, ну, в своей жизни. Вы можете прямо сейчас сделать практику, найти эпизод в прошлом, который вызывает у вас неприятные эмоции. Вы можете взять любой эпизод, может быть, что-то произошло с вами совсем недавно, вчера или позавчера, или неделю назад, или месяц назад, и вернуться туда и перепрожить его. То есть перепрожить его с полной осознанностью, для того, чтобы вы могли убрать оттуда весь негативный заряд. Один раз, второй, и так с каждым разом, когда вы перепроживаете, как будто вы смотрите этот фильм снова, появляется больше принятия. И вы увидите, что если, к примеру, там была эмоция боли, то она будет постепенно уходить, и будет появляться больше принятия. То есть вы будете двигаться по эмоциям и чувствовать всю, скажем так, всю лучшую эмоцию. То есть есть шкала эмоциональных тонов, которая простирается от апатии и до энтузиазма. И вот если человек был в апатии, то он будет проходить через эмоцию горя, страха, гнева, антагонизма, скуки. И так постепенно поднимется в энтузиазм. Пройдите так случай и посмотрите, как улучшится ваше состояние. А потом напишите в комментариях мне или в личные сообщения, как у вас получилось. Все мои контакты будут указаны под этим видео в описании. Поэтому вы сможете легко найти меня и присоединиться в друзья в соцсетях. Вот, на этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю счастья, осознанности
И, конечно же, если видео было вам полезным, поставьте нравится, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик для напоминания о новых видео, которые выходят на канале ежедневно. Вы можете поделиться видео с друзьями, я уверен, что это будет им тоже полезным. А сейчас смотрите мои видео о процессинге, они появятся буквально через секунду. Вот тут вот. Всего вам доброго!